Который льется из плоских экранов, компенсируют люди дефицит лавандоса в карманах. Мужики, старики и бабульки дружно щелкают пультом. Вместо рульки копченой на ужин им достанется мультик. Вместо жареной утки прилетает газетная утка. Вместо куриной грудки про пирожные шутка. Это супер диета, эффективнее, чем у праноедов. Те питаются солнечным светом, эти телесюжеты. Но навязчивый бред не намазать на бутерброд. Ракеты, торпед, народ не сварит компот. Продуктовый пакет, бескалорийный обед. Мария Антуанетта, дай народу котлет. Могут их полушария принимают доверчиво. Даже противоречия взаимоисключающие, как видно, не смущают их. Любят кровавого царя и усатого упыря. 25 октября у них красный день календаря. Почитают династию и тех, кто их всех расстрелял. Несмотря на напасти, народ не растерял подобострастия. Внимаю слово пастыря и тех, кто сжег монастыри. Доверяют фантастам, пока те мастерят им блокбастеры. Эти массы счастливы от пасты на ушах своих. Потрясные басни под пальмовым маслом. Пока видео ряд классный, редеет ряд колбасный. До 100 лет будет с нами долбоёб из сказки. Но старый бездарен, он застрял на экране. Но сам не перестанет, пока не откинет ласты. Ты на кривасе кризис.